Следующая технология для расширения возможностей системы – обработчики событий. Иногда бывает необходимо повлиять на ход выполнения какой-нибудь системной функции. Например, при добавлении новости на сайте или сделать что-то при открытии страницы. Если пытаться решить задачу в лоб, исправить код API функции, то это значит изменить ядро системы, что запрещено. Для таких случаев и разработана система событий. В ходе выполнения некоторых API функций в определенных точках установлены вызовы методов, называемых обработчиком событий. В системе существует богатый набор событий. У каждого модуля свой набор событий. Список событий по каждому модулю вы можете посмотреть в документации на сайте 1С Bittrex. И одна из самых популярных технологий – это, конечно, свой компонент. Перейдем к следующим нашим задачам. Перед нами стоит задача, необходимо реализовать вывод трех последних посещенных пользователем страниц. Для этого нужно эти данные собирать, хранить и выводить. Собирать мы их будем, написав обработчика до события onNBufferContent, который вызывается в самый последний момент, перед тем, как HTML будет отдан браузеру. А для хранения данных мы используем инфоблок. Для вывода будем использовать компонент. В данном случае мы пишем свой компонент, потому что здесь хотим получить оптимальный быстродействие без лишнего универсального кода, хотя могли бы воспользоваться, например, списком новостей. Нам здесь не нужно кэширование, у нас будет использоваться особый фильтр для выборки. Начнем с создания структуры данных для хранения и обработчика событий. Создаем тип инфоблока, сам инфоблок. Исключаем его из поиска, настраиваем поля и формы редактирования элемента. Для размещения своих классов и методов обработчиков, а также для их регистрации в системе без создания своего модуля, есть специальный файл init.php, который можно создать в папке php-interface. Реализуем здесь класс и метод, в котором будем регистрировать страницы посетителя. Регистрируем данный обработчик. И реализуем, собственно, сам алгоритм. Подключаем модуль инфоблоков. Получаем ID сессии пользователя. Именно по ней мы и будем его идентифицировать. Получаем адрес страницы, на которой пользователь находится. Нам нужно проверить, чтобы посетитель не был на этой странице на протяжении трех последних страниц. То есть, чтобы три раза обновившись, он в списке не увидел три одинаковых страницы. Если это не так, то добавляем запись о новой странице. И не забываем очищать старые записи по пользователю. И теперь пройдемся по нескольким страницам, чтобы записи о них заполнили наш инфоблок. Данные у нас в инфоблоке появились.